Международный день волонтера у Гомеля означили незвычайным флешмобом. Акция прошла на переда дней у найбуйнейшем гандлевом центре города. Гомельские доброохотники вырашили объединиться и выконать разом гимн волонтеров. Организаторы флешмобу «Рух, подары им шанс» запросили долучиться у всех жадающих. Идею потримали больше як 20 волонтерских объединений, включаючи школьные волонтерские отрады. Флешмоб закликаны подтримать волонтеров и их нелегкую працу, а так само звернуть увагу громадства на значность их деятельности. До того ж, каждое волонтерское объединение запрашает до себе новых сябров, каб разом подарить миру еще больше добрых справ. Желаем, чтобы каждый человек нашел себе частичку добра, тепла, смог стать волонтером, безвозмездно помогать, открыл себя. И желаем также другим организациям тоже, чтобы у них больше было положительных результатов, больше было желающих вступить к ним. Мы занимаемся поиском пропавших без вести и помогаем установлению личности. Так что тоже будем рады, если к нам присоединятся чем больше людей желающих, нам всегда их не хватает. Поздравляю с Всемирным днем волонтеров. Наш мотоклуб пришел к этому довольно давно. Уже на протяжении 20 лет мы делаем очень много добрых дел. Посещаем детские дома, соцприюты, катаем детишек, просто дарим радость детям. Я лишний раз убедилась, что в Гомеле проживает огромное количество добрых, неравнодушных людей. Я желаю всем людям, всем волонтерам, добровольцам, в первую очередь, конечно, сил, терпения, мудрости и здоровья. Конечно же, здоровья. И хочется пожелать, чтобы вся наша деятельность, которую мы делаем, приносила нам радость и удовольствие.